для всей нашей страны. Мы пишем всероссийский географический диктант. Ведь география – это не только школьный предмет. Это целый мир открытий, интересных фактов, опасных и захватывающих путешествий. В этом году количество площадок диктанта увеличилось по сравнению с прошлым годом, когда мы писали первый географический диктант, увеличилось в 10 раз. Это действительно большой успех. И мы рады приветствовать тех, кто уже знаком с этой акцией, а также наших новых участников. Вас приветствует вокальная группа «Семицветик». Даже без опаски, голубые небеса, голубые небеса, где в ополе роса. Росиночка, Россия, похожие слова. Росиночка, Россия, высокая трава. Росиночка, Россия, широкие края. Росиночка, Россия, родная ты моя. Росиночка, Россия, родная ты моя. Председатель Русского географического общества Хабаровского краевого отделения Русского географического общества, доктор географических наук Алексей Николаевич Махинов. Будем писать эту работу с тем, чтобы посмотреть, проверить наши знания, каждый для себя эти знания должен проверить. Я должен сказать, что в прошлом году мы также писали вместе со всей страной этот географический диктант. В акции участвовало около 600 человек, хабаровчан, комсомольчан и несколько школ, сельских школ Хабаровского края. И надо сказать, что результаты этого диктанта прошлого года были по краю все-таки несколько выше, чем в целом по стране. Ну, дело в том, наверное, что Хабаровский край, наверное, самый географический край нашей страны. У нас здесь есть все. Два моря омывают территорию Хабаровского края, реки с территории края текут, четыре моря, двух океанов. Поэтому есть здесь высокие горы, есть здесь ледники, и субтропические животные, растения. Вы видите, такого большого разнообразия нет нигде в нашей стране. Наверное, поэтому люди, которые живут в Хабаровском крае, любят и знают свой край, и, естественно, написали диктант лучше, чем в целом по стране. У вас будет 45 минут. Если вы отвечаете на вопросы досрочно, вы можете, конечно, сдать свой бланк и, не дожидаясь окончания диктанта, уйти. Просим вас всех отключить мобильные телефоны и не пользоваться другими видами электронной техники во время написания диктанта. Еще раз напоминаю, что узнать результат вы сможете на сайте Русского географического общества по вашему номеру, надеюсь, который вы не потеряете, листочек с которым вы заберете и еще раз пропишите его себе на память. Диктант проводится абсолютно анонимно, ваши коды никто не знает, кроме вас самих. Правильные ответы на диктант будут также опубликованы на сайте Русского географического общества. Ну, кстати, те, которым понравилось отвечать на вопросы по географии, могут сделать сегодня еще раз на сайте дистанционно в 14:00 по московскому времени. Итак, по более подробной инструкции вам предложат в кабинетах. А сейчас посмотрите на ваши цветные номерки и с нашими волонтерами отправляемся по кабинетам. Добрый путь, удачи всем! Продолжительность диктанта 45 минут. По его завершении вам будет предоставлено 5 минут дополнительного времени, чтобы оформить свою работу.